такой супик. Ем сейчас как раз. Всем привет! Ой, вышла, хочу все-таки посмотреть на градусник. Тут у нас гостья. О, улетела. Испугалась. Посмотрим, что у нас здесь с температурой. Подлезть телефоном. Видно вам? 30-31 в тени под виноградом. Представляете? Но посмотрите, какое у нас небо. Начинают ползти облака какие-то. И нам обещают дождь вечером. Но сегодня уже жара немножечко меньше. Буквально на 2-3 градуса меньше. Может быть, да, даже на 4, потому что, ну, до 40 было. Смотрите, что творится с розами. Все горит. Видите? Но уже появляется какое-то движение воздуха. Зонтик поставила. Ну, зато смотрите. Герань, конечно. Но даже вот она не выдерживает этой жары, этого солнца. Шапки вот буквально несколько дней начинают тоже вот, особенно красная, видите, подгорать. Ой, ну прям вот уже чувствуется ветерок. Смотрите, начинают шевелиться веточки, листочки. Но все равно, конечно, жарко, ужасно. Вот эта роза, кстати, видите, вот одну веточку я срезала, вам показывала, желтая такая. Вот она опять выпускает, вот прям такими соцветиями, да. Обрезали виноград, киви, и вот опять такие новые росточки. Тоже где-то слышен самолет вдалеке. Радостно, что начинают летать самолеты. Окна, видите, закрыты. Все закрыто днем. Ужасная жара. Там кто-то открыл, наверное, забыли. Ну, там дети дома одни, может быть, забыли закрыть. Вот обещают, что температура снизится. Дождь нам обещает. Смотрите, покажу вам, как пальма цветет. Вернее, не цветет, а плоды. Плоды. Вот на той пальме я вам показывала. Так грязно цвела. И плоды кто-то съел все. А это, видите, а у этой есть. Вот такие плоды. Типа финики должны быть. Герань, конечно, красавица, кто любит. Вот, показываю, наслаждайтесь. Боже мой, стою вот на солнце, ну прям печет, да, вот обливаешься потом, двигаться не хочется, знаете, из-за этой жары. Но что-то готовить надо, что-то делать надо. Но сложно, и спать очень проблематично. Ну вот говорят, что вот этот дождик принесет немножко, на пару дней понизится на 3-4 градуса, а потом, по идее, должно опуститься на 25-26. Это здесь тоже жарко, но это же не сравнить, когда под 40, правда ведь? Кстати, покажу вам ягоды. Вот. И уже, конечно, птицы заметили и прилетают, а я оборвать их не могу, потому что они еще сладости. Надо, чтобы постояли еще, потому что они еще не сладкие. Вот такие у нас дела. Я выпустила видео о событиях и моем отношении к событиям в Беларуси. Конечно же, душа болит за людей. Это просто ужас и беспредел, что там творится. Я не знаю, как можно оставаться равнодушным к этому всему. Я... Девочки, смотрите, уже какое небо, как затянуло. Обещают сильные дожди, жара по-прежнему. Очень жарко. Вот уже эту смешную грушу. Херкайкалы и Манхайтхайтен, это секстеры Капхазин. Это сорока сегодня тут сидела. Уже съела. Дихрапах первая, чисто ланы.
Вот надо уже позвать дочку, чтобы ежевику оборвала пару штучек, пусть кушает. Груши наливаются, видите, уже такие большие становятся. Тяжелая такая ветка. Здесь яблочки. Много падает, конечно, яблок. Вот обещают дождь. Слушайте, это у нас там церковь, монастырь звонит. Наверное, уже к вечерней. Но жара по-прежнему. Обещают, что теперь будут, начиная с завтрашнего дня, чуть ли не каждый день дождь, много дождей. Но жара немножечко спадет. Но вот сейчас пока 36 градусов. Прям стою, лицо горит, понимаете? Вот как будто у меня в духовку запихнули. Ужасно, ужасно жарко. Но говорят, что будет пару дней спуститься на 32, 33, 30 и потом вроде бы на 26. Ну, посмотрим. На 26 и ночью наконец-то опустится. Потому что у нас ночи сейчас до 30, 27, 28. Просто невозможно. Пекло. Знаете, смотрите, какой громадный хибискус. Куст у соседей. Просто дерево. Вот наша груша. Это сейчас вот хибискус. Да, здесь яблоня. Он такой большой. Что у меня ветка там сломалась, как она внутри могла. Внутри куста смородинового. Ну вот. Ой, вижу, там далеко птицы высоко. В общем, конечно, в саду уже видно, как все. Все уже август. Уже вот смотрите, крыжовник подсыхает. Зато смотрите, как вымахала оливка. Была вот такая. Она была такая 20 сантиметров. Сейчас она уже, наверное, полметра. И вот эти. Апельсинчик и лимончик. Видите? А смотрите, как разросся один маленький кустик. И какой он перезимовал. Герани. Перезимовал в открытом грунте и прекрасно себя чувствует. Так, эти оставим. Розочка эта выбросила вот много бутончиков. Это соседи, смотрите, какая красивая алая. У них раньше никогда роз не было. Это захотелось, видно, тоже. Ой, как хорошо, ветерок, ветерок. Начинает вот все шевелиться потихонечку, слегка. Но все равно. Яблочки. Ой, как приятно, как соскучилась за ветром. Хочется уже. Невыносимо. Смотрите, листочек тут висит на паутинке. Все погорело, просто ужасно. Вот посмотрите. Какой красивый, шикарный куст был, вот как погорело. Вот смотрите, как это же это просто кошмар. Вы видите, как погорела гортензия. Вот фиги чувствуют себя прекрасно. Вот покажу вам, смотрите, какие. Там уже одну можно срывать. Видите? Нужно будет осенью или его, или подвязать, или обрезать. Потому что это не годится, я уже говорила. Он такой разлогий какой-то, прям куст, а не дерево. Честно говоря, я как-то таких не видела. Видите, как он разлогий? Все ветки идут вот оттуда, снизу. Тут тоже были, где они, эти фиги. Ой, уже даже гремит, уже слышу. Вот смотрите, какая красота. Это светлые у нас. Они должны быть такие светленькие. Ой, такая красота здесь. А? Вот кто любит жару. Жарень, а? Мне кажется, вот даже пальмы больше листьев пожелтело. Вот листок пожелтел. Ну вот, у нас теперь с этой пальмой, вы посмотрите, здесь так много. Она так разрослась, господи. Дала очень много деток. Но вот так ее отрезать нельзя. Говорят, что нужно вытаскивать из горшка. А горшки у нас, смотрите, видите, какие они. Здесь тоже, но это не так. Но у этой тоже есть, вот видите. Вот тут сегодня ее, кстати, муж почистил, убрал некоторые листья. Но вот эти вот листья больные, сухие, их нужно полностью выждать, чтобы он полностью высох. Вот тут он здесь убрал, отрезал, но сам этот стебель оставил, потому что он еще не сухой. Ой, как приятно, потянуло ветерком. И вот как ее вытащить из этого горшка, потому что горшок, видите, внизу шире, вверху уже корни, как это все вытащить. Ой, в общем, тоже, ну, это еще как
куда ни шло. А это прям уже вообще мало места. Вот тоже проблема. Ну ничего, это проблема не проблема, да? Это все решаемо. Ой, а там уже вроде и туч нет. Как распогаживаются опять. Но ветерок веет вот именно оттуда, с моря. С моря ветер дул, с моря. Как там ветер дул? Разгонял беду. Или нагонял. Господи, все забыла. Все забыла. Ну что, вот начало 8-го. Слышите, как поезд слышно? Как будто рядом. Мы достаточно далеко, ну где-то 2,5 километра. 3. Смотрите, сразу все открыли окна. Все ждут, но дождик такой. Но сейчас на улице вот хорошо. В доме еще жарко. Но дождик такой, редкие-редкие капельки. Это вы можете слышать, не знаю. Но я думаю, даже не видно. Редкие, редкие капелюшечки. Ой, прям как-то даже звуки какие-то появились больше. Вот еще поезд слышу. А еще это моя дочь там играет. Вот соседи тоже все открыто. Ой. Я сразу же сказала, открывайте окна. Фу, боже мой, как приятно находиться. Я сейчас еще ужин готовлю. Вообще просто вот обливаюсь потом. Хотя делаю такое все по-быстренькому. Но все равно. Тут же рис, его нужно отварить. Какое-то мясо. Ну, салатик. Вот еще как не двигаешься, так вроде бы как-то нормально. Как только начинаешь немножечко шевелиться, и все. А на улице хорошо. Ой, неужели сегодня первую ночь будем спать нормально? Очень-очень на это надеюсь. Слышала, что в Киеве вот уже и в Херсоне жара отступила. Ой, прямо сразу воздух такой, знаете, вот тут слышно так хорошо поезд. Вот в жару даже слышно не было поезд. Какое-то все такое дов, глухие такие звуки были. Так приятно эти капельки. Слышать звуки падающих капелек. Смотрите, на винограде сидят так. Видели, как прыгнули капельки?